Привет, девчонки! Сегодня я вам покажу плитку для стемпинга, которая превосходит по красоте все плитки в моей коллекции. Я ее когда увидела, я влюбилась. Это пластина от Moyo London из коллекции Tropical номер 17. Вот так она выглядит. Возможно, кто-то из вас скажет, ну и что в этой пластине особенного. Но для меня она действительно очень необычная. В ней сочетается три моих самых любимых принта. Это геометрический, трайбл и, конечно же, цветочки. Посмотрите, какая красота. Ну и красивая девушка с обратной стороны, которую, кстати, ни в коем случае нельзя вытирать ацетоном. Если лак попадет сюда, то можно аккуратненько попытаться снять жидкостью без ацетона, но ацетон ни в коем случае, иначе рисунок сотрется. Снимаем защитную пленку. И она еще красивее. Тестировать мы ее будем на моих ногтях. Я их немножко укоротила, они сейчас где-то 12 миллиметров. И как подложку я использовала свой старенький, но очень любимый лак от Essence. Даже не буду говорить, как он называется, его уже нет. Это была лимитированная коллекция. Такая нежная фуксия с голубыми микроблестками. Очень красивый лак, мне кажется, как раз хорошо подойдет под цветочки. Лак для стемпинга я хочу попробовать либо белый от Джоли Финн, либо черный от Конат. Штампик у меня от Moyo London, прозрачный Crystal Clear. Ну и как вам эта пластина? Не красавица ли? Если бы меня спросили, какой из этих рисунков мой любимый, я даже смогла бы ответить мнение. Ну просто все очень нравятся. И вот эти на больших пальцах тоже. Особенно вот белый. Сейчас, если он сфокусируется, вредный. Вот так более-менее видно. Ну, вы видели раньше. В общем, если вам это видео понравилось, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. И комментируйте, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Спасибо, что меня смотрели. Пока!